Всем привет, дорогие друзья! На улице стоит жара, жаренью, реально в тени стоит 33 градуса. Это реально очень много. Сложно находиться на прямых солнечных лучах, стараешься прятаться и пить какие-то прохладительные напитки. Сегодня хочу показать вам обалденный вкусный напиток, такой как лимонад. И есть небольшой секрет, почему он иногда в домашних условиях получается намного вкуснее. Ну что, будем следить, что я буду добавлять и какой будет секретик. Поехали! Итак, я буду готовить двойную порцию. Обычно готовлю одну порцию, но так как из-за такой жары я оставляю напиток в холодильнике и на следующий день опять же можно его употреблять. На двойную порцию нам понадобится 2 лимона, 150 грамм сахара, а также понадобится мята, мелисса и, конечно же, понадобится нам один апельсин. Ну что, приступаем. Буду готовить сам напиток вот в такой вот нержавеющей кастрюльке. Отправляем сюда сахар. Теперь через мелкую терку отправляем цедру лимона в нашу кастрюльку. Но стесывать нужно только самую корку именно цедры. Цедре нам понадобится именно одного лимона на 2 литра воды. Напоминаю, я делаю двойную порцию. Аромат, конечно, исходит обалденный, ребят. Все, с лимоном закончили. Теперь отправляем чуть больше, чем пол апельсина именно цедры. Красивый цвет и приятный вкус передает именно апельсин. Если у вас в домашних условиях не получалось сделать таким же вкусным лимонад, как где-то вы пробовали, это потому что добавляют апельсин, именно ароматный апельсин. Вот что осталось у нас из цедры на апельсине. Больше половины мы отправили в кастрюлю. Теперь отправляем в кастрюлю буквально грамм 150 теплой воды, примерно градусов 40-45, чтобы можно было бы растворить сахар. Потом набираем желательно родниковую воду. Два литра. В общем количестве должно получиться у нас готового напитка. Пол апельсина отправляем в нашу кастрюлю. Если падают косточки, ничего страшного, мы потом все процедим. Разрезаем лимон пополам, чтобы было удобно выдавить сок. Также и второй лимон. Концентрат лимонада у нас готов. Теперь отправляем в воду холодную. 2 литра. Хорошенечко перемешиваем. И можно сразу подавать гостям. Но тот, кто хочет более насыщенный вкус, можно отправить его в холодильник еще
на час-полтора, чтобы цедра отдала очень хорошо именно свой аромат. Ну и вкус, конечно же. И все, и также можно отправлять, подавать гостям. Говорю, отправлять. Все, осталось нам процедить, чем мы и займемся. Ну вот и все, дорогие друзья. Наш лимонад очень ароматный, вкусный, готов. Давайте его попробуем. Ребят, на самом деле, это просто обалденный, охлаждающий, освежающий напиток. Ну что, кому понравилось, ставьте пальчики вверх, а также подписывайтесь на канал, он подписался. И также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых моих видео. Всем пока!